Добрый день, меня зовут Александр, я представитель Тюменский завод вездеходной техники. Здесь нахожусь как главный механик. Эксплуатируем снегоболотоход с установкой мульчер «Импульс» для расчистки древесно-кустарниковой растительности вдоль нефтепровода. Данный самоходный комплекс обладает следующими характеристиками. Значит, объем двигателя 3,8 с мощностью 97,6, полный привод на 8 колес. На данном комплексе установлено 3 мощных гидронасоса, один из которых приводит движение непосредственно в мульчерную установку. Мосты оснащены межколесными блокировками дифференциалов. Колеса приводятся в движение посредством движения роликов. Одним из преимуществ данного вездехода являются облегченные шины низкого давления, что дает высокую проходимость на любом рельефе местности. Он может преодолевать водные преграды. В заключение хочется сказать, что данная техника отлично справляется с поставленными задачами, нареканий по работе не имеет. Данную технику могу уверенно порекомендовать для эксплуатирующих организаций нефтегазового комплекса.